В администрации состоялось еженедельное планерное совещание под руководством главы района Заура Хамирзова. Одним из основных вопросов повестки дня по-прежнему остается призывная кампания. О ходе ее реализации на территории района присутствующим сообщил первый заместитель главы района Руслан Емыков. Актуальным на сегодняшний день продолжает оставаться вопрос догазификации домовладений. Глава районной администрации рекомендовал не снижать темпы разъяснительной работы с населением в данном вопросе. В ходе планерного совещания был рассмотрен вопрос реализации государственной программы «Пушкинская карта». По данной теме выступил начальник управления культуры Рауф Хурья. Им, в частности, было отмечено, что данная программа дает большие преимущества для желающих посетить те или иные культурные мероприятия. К сожалению, многие жители района в возрасте от 14 до 22 лет до сих пор не приобрели карту, в связи с чем было решено усилить информационную кампанию в данном направлении. В завершении планерки глава районной администрации подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи.